дорогу, но знаю, наверное, ты скажешь легко, что все это знал и тебе все равно. И главное, ветер дует в лицо, и главное, время еще не пришло, и ты будешь искать ее в прожитом дне, ты будешь купать ее в теплом вине. Она последний патрон, и кажется, больше не можешь дышать, и больше нет сил, но приходится встать и идти, но ты больше не можешь так жить, ты больше не будешь ее хранить, ты будешь любить ее так, как всегда, она будет точно такой, как была. Эй, Мариарчи, еще, что есть у тебя из того, что не вместится в землю вместе с тобой. Но если любовь не любит тебя, и если не любит ни жизнь, ни смерть, то точно уже любит свобода таких, как Эль Мариарчи. Всех видеть здесь. Много знакомых лиц, близких, родных. Вот я хочу немножко сказать о том, что за программа сегодня будет здесь. То есть на сцене группа «Сатисфакция». У нас сегодня акустический концерт, то есть мы постарались сделать его максимально новым по звуку. Будут звучать новые песни, надеемся, что вам они понравятся. Ну и от этого, собственно, будет зависеть, как, насколько часто мы их будем исполнять дальше. Пару таких организационных моментов. Где-то должен быть Андрей, у которого есть диски, и есть у нас такое новшество — календари с нашими фотографиями. Вы можете подойти вот сюда за стол. Андрея я пока не вижу, правда. Вот. Но потом после каждого концерта, как правило, выясняется, что кто-то не знал где и не успел купить. В общем, все есть, подходите. Вот, да. Ну, собственно, и все. Мы начинаем. В действительности мы после Нового года сели и подумали, что стоит сделать концерт. И решили действительно подарить что-то новое на Рождество. Акустику последний раз мы играли, наверное, лет 5 назад, поэтому вот сели мы с ребятами, пересмотрели некоторые песни и вот решили сделать такой домашний, скажем так, уютный вечер. Без большого звукового давления, без электрогитар. Чтобы все, может быть, конечно, оно там не будет так ярко звучать, как электрическая программа, будет меньше обработки. Но вот пытаться донести до вас именно такое вот, как будто бы близкое общение. Вот, вот я играю на гитаре, а вы сидите вот, значит, рядом и слушаете его. Чтобы было, так сказать, какое-то единение между нами. Thank you.
что счастье не ни власти, ни звания. Все сейчас в отпуск, но не забываем о том, что скоро всем на работу. Как песня про работу.
Чтоб немного послужить, и никто не виноват, что ему
ему осталось жить. Улыбнулся Бог, аж поперхнулся черт. Позаботится страна, будет новая война. Не смотри себе в упор, товарищ майор. Не с руки стала злодейка, вышел явный перевод. Ни с начала, ни с конца, да хоть о храбрости венца. Кому орден золоченый, а кому и гроб казенный. Ни с начала, ни с конца, да хоть о храбрости венца. Кому орден золоченый, а кому и гроб казенный. Ни с начала, ни с конца, да хоть о храбрости венца. Кому орден золоченый, а кому и гроб. Песня называется «На дворе стоит». Ай-яй-яй, хуже когда не стоит, не на дворе. Соврал, и я не верный в своем роде. Времени в вагон, вокзал. Руки есть, и ноги ходят. Bye.
песню, которую мы посвящаем в Рождество всем нашим самым любимым людям, нашим девушкам, женам. Барабанщик посвящает ее себе. Жена просто его сегодня не пришла, поэтому он этого не слышит. Как грех не посвяти, да? Пока есть шанс. Всем в Новом году хотелось бы пожелать любви, счастья, семейного благополучия, чтобы все проблемы отошли куда-то там далеко. Надеемся, что с этой песней у вас все получится. Так же, как ты, так же, как я.
расслаблять вас сильно. Песня «Стена». Она песня очень странная, но есть люди, которым она нравится, и я вот долго думал. Это такой апофеоз несчастной любви возраста где-то 15-16 лет. Смешная, да, вот Серый смеется. Да, про мешок. Откажусь я от мечты из-за какой-то там стены. Для водички. Ну как, мы не устали? Так сидите, притихли там за амбразурами, пивом закрылись. Слушайте, это хорошо. Тянь-зинь-зинь. Есть в зале, да, которые знают эту песню. Можно спеть за них. Песня родилась в дебрях института нашего. Даже были исполнители роли великого Мо. Но я думаю, что сейчас их уже нету. Песня китайская. Ну не то, что она китайская, сделана в Китае. Сделана у нас, но песня на китайский мана. Да, делаем уже глаза, чтобы для лучшего восприятия. Понять вселенный смысл. Сянь-динь-динь, сянь-динь, тя-динь, сянь-динь-динь, сянь-динь-динь. Великий цин 20 лет прожил один, чтоб понять вселенный смысл. Сянь-динь-динь, хань-динь, тя-динь, хань-динь, тя-динь, хань-динь-динь. Великий Цой трубочки прибил фэншуй, чтоб понять вселенный смысл. Цань-динь-динь, хань-динь-цянь-динь, хань-динь-динь, 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 хань-динь-цянь-динь, хань-динь-динь, 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 хань-динь-цянь-динь. Великий Мо из печенья съел свой дом, чтоб понять вселенный смысл.
как дзянзи цветит, птич, как дзянзи. В этом есть вселенный смысл. Цанди-дзи, ханди-дзи, 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 ханди-дзи. Настолько глубокий смысл этой песни, что я даже сам запутался. Немножко мы захотели реставрировать, так сказать, виа 70-х годов, причем такие западноевропейские, наложенные на реальности, как принято говорить сейчас, современной жизни. И получилась песня про мамонтов. Да, и слова в этой песне я купил, а музыку я украл. Сразу признаюсь. Но песня, тем не менее, да, мы играем. Хочешь спать ложиться, паспорт покажи. Я не суеверный, просто без опаски. Прыгает с коляса прямо в каблуки. Видели на карте море и песок. Это от Мадрида строго на восток. Если бы были бы деньги и ходил автобус, мы туда рванули, хоть бы на нее. Где девались деньги, то дал побьяни в нос. Если мозг не занят, то болезни думай. Сколько граммов пыли влезет в пылесос. Хочешь стать свободным, как цыган в степи. Ты свою подругу просто отпусти. Срочно выпей водки, проиграйся в карты. Получи по морде, только не грусти. Если бы дал возможность мне Всевышний друг, я бы узнал, кто друг мне, но кто не друг. Как же по подругам, я бы узнал подробней, сколько злых процентов настоящих штук. Песню эту в море спел мне Гавриил. Музыку я свистнул, а слова купил. Я полночи плакал, я полночи думал, но слова и песню присоединил. Если кто не понял, поясню идею. В этом мире мамонт будет, если был. Песни, вот, которые я пишу иногда для того, чтобы размяться просто, размять пальцы и потренироваться в каких-то, может, словесных образах. Но иногда из этого получаются песни, видите, даже которые можно сыграть. Вот сейчас мы споем вам песню «Апрель», который, конечно, еще далеко, но все-таки мы надеемся, что когда-нибудь он настанет. Thank you.
тишиной я болел. Вам понравилось хоть немного, или хотя бы это было необычно для нас, правда ведь? Вот, дальше что будет происходить? Мы сейчас вам баню тут оставим на растерзание. Вот, пока у нас будет там небольшой перерыв постройка инструментов, он вам еще исполнит часть своих песен сольно. А потом мы выйдем все вместе и сыграем уже, как бы общепринятое, то, что, то чего вы от нас большей частью, наверное, ждете, наши песни. Акустический вечер, было бы, наверное, неправильно не сыграть что-нибудь под гитару. Много, конечно, это тяжело выдержать, я понимаю. Но пару вещей, я думаю, мы вместе сыграем. Что-то жарко.
что вы подумали? Я просто снял пиджак для верности. Не таким, как все.
Пустая коробка и украденный сын, почему такие? И было трудно быть не таким, как все, не таким, как все, не таким, как все. Просто плыть по большой реке, по большой реке, по ночной воде. Просто плыть по большой реке, по большой реке.